Всем приятной жизни, с вами Юля, жена шашлыка, и мы продолжаем играть в Sims 3. Вот, и я напомню, что наша главная героиня Йеннифер работает в карьере политики, она мечтает стать правительницей всего мира, поэтому она качает навык обаяния, заводит друзей разных, чтобы они потом ее избрали в президенты, потом в правители всего мира, а ее муж Пабло, он в спортивной карьере, мечтает стать суперзвездой спорта. До этого вот он качается постоянно, бегает на этой дорожке беговой. Вот, скоро ему уже идти на работу. Сейчас я жду, пока Йеннифер докачает навык обаяния до 6-го, наверное, уже. Вот, в это время он Пабло дрыхнет. Вот. Ну, ему раньше на работу, наверное. Ей через 12 часов, а ему через 18, да, ей раньше. Вот, так что... Как только мы сейчас прокачаем навыки еще немножко, они заведут ребенка, потому что у них у обоих есть такая мечта. Вот. И, в общем, будет все круто. И будем нянчиться с маленьким пупсом. Ну, когда же ты уже докачаешь, ты скоро уже... Все, не докачала, фак. Где ты сейчас хуже делаешь? Давай, чувак, вали. Да что ж такое тут вообще? О. Принимай душ, давай. Блин, они постоянно так пачкают унитаз и душ, что просто вообще невозможно так жить. Так, пусть она возьмет... Нет, не надо вафли. Съешь овсянку и иди спать. Уже скоро на работу. Давай, спать. Ну, могла бы и не мыть. Каждый раз не моет, и тут вдруг решила. Шашлык, наверное, будет снимать Циву. Он там Редалер должен, по идее, пройти. Он очень хотел. Вот. И как только он его пройдет, наверное, во что-нибудь будет играть. Типа Цивы там или еще что-нибудь. Так, у нас что? Пусть упражняется дальше. Короче, тут, видите, есть несколько режимов, ну, в тренировках. Простые упражнения, держать ритм, никакого пота, предельные нагрузки, мгновенные нагрузки. Разница в том, что, ну, мы сейчас видели, что гигиена упала практически мгновенно. Вот. Если бы он занимался, например, никакого пота, то у него бы падала бодрость, там, питание, естественно, нужда, ну, короче, все кроме гигиены, потому что он бы как бы не потел, он пользовался бы Old Spice'ом, вот, и... как бы продолжал заниматься, пока бы у него бодрость не упала до нуля. Вот, а так с мгновенными нагрузками он как бы чуть-чуть там прокачался, но, кстати говоря, достаточно много, вот, почти до середины. Вот, сейчас помоется, покушает и может еще, в принципе. Так, пусть он подает... Блин, он же не умеет готовить ни вафли, ни оладьи. Они вечно испорченные какие-нибудь. Главное, чтобы пожарче. О, наконец-то кулинарию немножко хоть прокачал. Третий уровень. А, так. Пусть сейчас покушает. 8 часов. Ну, это круто, конечно. Вряд ли он сможет. А, так. А это у нас бедненькая болеет. Так, ей надо сейчас будет немножко досуг прокачать, потому что уже сейчас на работу идти. Вообще странно, вроде в смартфоне, ну в телефоне можно было играть там, в какие-то игры там или что-то такое делать. А тут сейчас что-то я не могу такое найти, только за компом. О, у нее сразу раз такое плохое настроение, не хочу идти на работу, я болею, можно я останусь дома, посмотрю сериалы. Вот, то был летний праздник, теперь осенний праздник пришел в город как раз вовремя, чтобы все успели подготовиться к страшному деньку, ну в смысле к Хэллоуину.
к Хэллоуину. Лучший костюм, приходите праздновать с нами. Но если он так же будет праздноваться, как и летний праздник, то никуда мы не пойдем. Вот. Так, путешествие по дому с привидениями может навсегда изменить вашего персонажа. Короче, хрень какая-то. Походу, он так же будет проходить, как и летний праздник. Так, давай, тебя уже ждут на работе. Давай, хватит играть. А вот эти наши друзья, соседи по комнате, они что, вообще не работают, что ли? Или работают? О, тут, кстати, наш коллега есть. Нет. Да, он коллега, надо бы с ним подружиться. Так. Сейчас нас, может, поблагодарят за то, что мы там починили оборудование. Давайте вместо джакузи лучше повышение себе. Прекрасно, мы еще и подружились там с кем-то. С кем мы только подружились, непонятно. Вроде все, кто были. А, ну вот, кстати, подсветка. Это фей, наверное. Фея, в смысле. А это вампир. Хотя, может, и... Нет, это, наверное, не вампир, это, наверное, оборотень. У него такой коричневый. У вампиров красненькая такое, красненькая рамка. Вот. Ну, потом мы их пригласим, они, может, нам какие-то свои навыки магические продемонстрируют. Так, а... Пабло уже через 6 часов идти на работу. Кстати, он вообще не заморачивается. У него друзей тут тоже не так много. Есть, кстати, его коллега даже. Вот. Но ему друзья особо не нужны. Может, только потом, когда он будет делать карьеру там уже крутую. Кто тоже, как и я, просто пишет в комментах и почти не смотрит. Блин, ну вы чё? Я же для вас как бы стараюсь, тут что-то рассказываю, они не смотрят стрим. Вот, кошмар какой. Шашлык, наверное, кормит Толяна. Йеннифер получила прибавку в зарплате. Ну и, кстати, она сегодня, может быть, получит повышение. Вот, было бы круто. Кто-то поет песню. Наверное, вот этот чувак, который моется в душе. Так, что, тебе нечем заняться, что ли? Давай, бегом. Пабло тоже начинает, ну, потому что они там постоянно с ней контактируют, вот он заразился уже. Так, иди в туалет, ой, ну, ладно, чистить. Потом принимай душ и давай заниматься. А, хотите на работу? Ладно, можешь поиграть мне чуть-чуть еще. Кстати, можно их... Их заставлять скачать навык писательства, потому что книги тоже приносят деньги. Это очень выгодно. Да, такая прикольная машина. Угостить мороженым. Так, возьми почту. Езжай на работу, давай, чувак. Ну что, ну, у него прям все шикарное настроение, и спорт, все супер. Как дела у Йеннифер? Да, у нас сегодня будет повышение. Так, получил подарок по почте от персонажа Моника, который живет с ним в одном доме. Ну, шикарная логика просто. Так. Письмо, какой-то подарок, книга, наверное, и картина. Блин, короче, всякой фигни тут нам прислали. Ну ладно. А это кто? А, это приехала Моника с работы. Наконец-то нас повысили, нас заметили. Йеннифер теперь стажер. Вот, и круто. Теперь она... Работает с 9 до 4. Так, она хочет получить 5 уровень в карьере политика. Вот. Потребности у нее все, в принципе, прекрасные. Сейчас по чуть-чуть порепетирует речь.
потом ляжет спать. А, короче, нам нужны новые знакомые, 8 человек, чтобы у нас было. У нас их, наверное, не так много. А, да, и нам нужны друзья еще. Это друг? Давайте посмотрим, кто друг, а кто не друг. Ой. А, ну вот эта чувиха у нас была подружкой, теперь она не подружка. Давайте с ней как бы обратно подружимся. Покажем ей смешное видео, она поржет и станет снова подружкой. Так, камень, ножницы, бумага. Ну, ты чё, не надо на нас обижаться, мы хорошие. Восхищаться упражнениями. Там, что-нибудь похвалить есть? Поднять ей настроение надо, она что-то в плохом настроении каком-то. Так, сейчас мы с ней подружимся. Так, кто тут у нас еще есть? Этот на работе, он хочет вакцину от гриппа. Так, что там нам сейчас написали? Обаяние до 6 уровня, шикарно. Нам нужно... Так, 4. А, нам надо еще одно знакомство и... Хотя нет, знакомых у нас 8 как раз таки. Нам нужен еще друг, наверное. Давайте сейчас попробуем поднять навык. А, блин, они мне опять комп сломали. Ну, блин, что за жизнь? Да, Юля, играешь, шашлык отдыхает. Так, Пабло, ну у тебя, я надеюсь, хоть будет повышение. Ты же нас порадуешь сегодня? Да нет, нифига, он нас сегодня не порадует. У него настроение недостаточно хорошее, он же типа болеет у нас. Вот, поэтому сейчас приедет, поест и ляжет спать. А, так, хорошо, принимаем. А, блин, поехать в Китай. Ну, нафига я это нажала? Мы не поедем в Китай. Как бы, ну, в смысле, поедем, но не сегодня. Мы удалим этот навык, потому что туда, блин, поедешь, ищи там какого-нибудь чувака, это так сложно и заморочишься. И плюс, ну, короче, ну, того не стоит на самом деле. Там есть Китай и какая-то европейская страна. Я вот не помню, как она называется. Вот, Франция, может. Да, может в Париж поехать. Короче, там, блин, это ерунда. Мы лучше потом как-нибудь попутешествуем, снимем отдельное видео про это. Вот, сейчас нам это для карьеры не особо важно. Потому что у нее всего-то карьера. Третья ступень или какая-то. Да, третья ступень. И ему чуть-чуть осталось до повышения. Поэтому ездить в Китай я не вижу смысла. Так, Енифер, давай... Давай, наверное, съешь там что-нибудь, макароны с сыром. Блин, ну что за свинь, я еще намусорили. Стоят, блин, болтают. Давай чуть-чуть поиграешь на компе. Точнее, сейчас починишь, потом поиграешь, потом в это время, может, Йеннифер все-таки что-нибудь приготовит. Ладно, съешь просто закуску, овсянку на ночь и норм, и спать ложись. Так. Сколько Юля будет еще играть? Не знаю. Пока не придет Толян и не скажет: «Мама, я хочу баиньки». Ой, блин, как он долго чинит комп, это какой-то кошмар. А она еще экран поломала. Все, иди ложись спать. Ты наказан. Ништяк. Починил, теперь иди спи.
Да, такими темпами они не скоро заведут детей. Чайму. У нас течет кран на кухне. Ну, в принципе, все как у меня дома. Только у меня дома в ванной течет кран. Уже очень давно. Нет, кроме Симса сегодня ничего не было. И вряд ли будет, потому что я же уже говорила, что я особо ни во что играть не умею, кроме Симса. Так, а тут тем временем наши соседи по комнате дрыхнут, вон все один сидит за компом, опять хочет, небось, сломать его нам. Вот. Тетя выполняет общественно полезную работу, протирает полики. Сейчас уже скоро проснется Пабло. Вот. Да и Енифер тоже, ей, наверное, на работу сегодня. Да, ей уже скоро, чуть на работу. Давай, через 3 часа уже вставать. В смысле, уже ехать. Давай. Вставай быстренько, пока никто не занял ванну. Ну вот, никто не занял ванну, конечно. Так она, походу, не успеет. О, чувак, ему просто тоже ж на работу. Давай, быстро, 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 мы можем не успеть. Ну вот. Все, никакого душа, так езжай, грязная. Короче, все проспала. Но это из-за того, что ее повысили, у нее изменился график работы. И поэтому она как бы не успела отдохнуть нормально. Вот, так. С этим у нас что есть надо. Продолжить готовку. Шикарно. Давай готовь что-нибудь вкусненькое. Так, чувак, давай чини экран, потому что иначе нас тут затопит. А поесть. Ладно, хорошо, сходим на ужин. Чего не сделаешь ради повышения? Так, а когда нам это надо сделать? Так. Давай, ешь. Что это, блин? О, блин, они все ломают. Какой-то кошмар. Надо нанять дворецкого, чтобы он за всем этим следил, потому что кошмар какой-то. Они за собой не убирают. Можно, в принципе, попросить, но они вон все слиняли куда-то. Так, соседи по комнате можно только выгнать. Можно, в принципе, попросить, там я видела. Но что-то, видимо, они плохо знакомы. Давай, Пабло, ты должен успеть немного поднять свой досуг. Хватит играть, тебя на работе ждут, ты чё? Всё. Поехал на работу. Отличное настроение. Я думаю, что сегодня мы 100% получим повышение. Так, Енифер скоро тоже приедет домой. Вот. И вечером у нее, скорее всего, ужин. Поэтому ей надо будет подготовиться. Вот. Что еще тут? Нам вообще у Енифер надо добавить друзей. Потому что у нее там опять кто-то один отвалился.
Иба. Джеклава Низар. Так, Йеннифер, как тут у нас? Давай, мойся. Марзак. Эпи Бензи Чибна. Люк. Гагл. Гиц. Give me passion to Pablagan. Ner be zobdu. Easwise of Pablagan. Say, growl. Блин, так вот я не пойму, ей сегодня надо будет ужинать, чи нет? Пятница, 23:58. Я вот... А, опять полнолуние, опять какие-нибудь. Хорошо, что у нас нет соседей этих зомби всяких там. Так, ну а поспать вдруг потом придется ехать на ужин. Так, ну давай, Пабло, мы ждем твоего повышения. Так. Как? Он не получает... А, он просто получает пока надбавку. Ну, может, сейчас он закончит работать и получит... Получит повышение? Да, он получает... Нет? Как нет? Ты что? Да, игрок низшей лиги. А, теперь он... Играет в команде. Так. Ура! Так. Давайте посмотрим. Может быть, тут где-нибудь все-таки отображается этот ужин с Мерседес Мэй. Ну, вроде бы нет, то есть, скорее всего, они нам тут нарисовали такую кнопочку, типа, нажмите и поедете ужинать. Вот, видимо, еще рано, ну, или, может, не сегодня это надо делать. Короче, непонятно. Так, в общем, круто, получается, у нас Пабло теперь четвертая ступень, а это, как ее там, Йеннифер на третьей ступени политики. Вот, а кто из них больше зарабатывает? Да, игрок низшей лиги. Ну, логично, в принципе, он как бы же на следующей ступени, значит, он зарабатывает больше. Вот, круто, в общем, они, получилось, у нас в этот раз все прокачались. Я думаю, что на этом мы выпуск закончим. Всем спасибо за внимание, получайте удовольствие от жизни, подписывайтесь на канал. С вами была Юля, жена шашлыка. Всем пока!